поможем, людей не оставим. Ну, некоторые у нас коллективы, тут четырех, что мы здесь остались и пока проживаем на другом месте. Мы готовы работать. Договорились. Хоть сегодня. Так, пока по питанию помощь есть, оказывается. Да, да, помощь серьезная. Что еще вот на этом этапе, что надо, где нас труд? Мы ставим работу на тот срок, который вы считаете нужным. Спасибо вам за отзывчивость на помощь. Ну, с нашего маленького коллектива, да, у нас есть часть желающих хотя бы что-то где-то попытаться поработать, чтобы заработать какие-то средства для проживания. Ну, мы тоже заложники обстоятельств.